Жители улуса Ханхалой построили свой дом культуры 50 лет назад. С тех пор он обветшал и уже не мог быть центром притяжения. К счастью, он и ДК улуса Дабатуй вошли в программу национального проекта культуры и преобразились. Когда люди не сидят на месте, а что-то делают, все меняется. И вот все, что вокруг вас меняется, это в том числе то, что вы сами в первую очередь активно прилагаете усилия. Фактически от старого клуба остались только стены. Было произведено устройство кровли, устройство водосточных труб, заменены окна, полы, двери. Никто не ожидал, что абсолютно забытые клубы, очаги культуры оживают один за другим. Это так отрадно. В общем, на ремонт двух клубов было потрачено более 9 миллионов рублей. Также частные инвесторы присоединились к строительному буму и в улусе Ханхалой построят к концу года спортивный стадион. Смета стоит 15 миллионов. Ну, все вместе мы дружно это делаем. Нам все по плечу. Строители стадиона обещают, что он будет современным, с поля для мини-футбола, тартановыми беговыми дорожками, ограждением и освещением. Решили с земляками собраться и построить стадион, воплотить нашу давнюю мечту, потому что здесь очень хорошая футбольная команда и очень много ребятишек, детей. Дома культуры улусов Ханхалой и Дабатуй возродились. Стадион будет построен, и они вместе готовы давать жителям все необходимое для физического, интеллектуального и духовного развития. Ура! Ура! Наталья Нунай, Нимар Аднаев, программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал».